если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Бывает, что обладатели буквы В в этом имени являются романтическими натурами. Они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буква У в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Активизирует воображение. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква С в этом имени означает здравый смысл. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Это прирожденные лидеры, жизненная задача которых – вести других к лучшему будущему. Они отличаются смелостью и умением достигать цели. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Уверенность этих людей очень позитивна для тех, кто стремится к достижению материального успеха и высокому положению в обществе. Следует обратить внимание на то, что их честолюбие может выйти за разумные пределы. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.